Друзья, всем привет! С вами Леся. И первым делом я хочу поздравить всех девушек, женщин, девчонок. Давайте будем говорить девчонок, потому что все мы с вами девчонки от 0 до 150. Всех хочу поздравить с 8 марта, пожелать отличного настроения, улыбок, приятного всего. В общем, весна к нам идет, поскорее бы она уже пришла, потому что впечатление, что зима нас не хочет отпускать, по крайней мере, в Москве. Хочу вам показать небольшой такой милый презентик от мужа. Значит, приобрел он вот такой вот набор от Тресеме. Такой вот коробочки подарочные он идет. И в этой коробочке подарочной у нас находится вот такой вот дуэт. Здесь у нас шампунь и здесь у нас кондиционер. Вот такой вот дуэт, в каждом по 230 миллилитров. Так что буду пользоваться. Такие, знаете, шампунь, бальзам, расходники мне всегда нужно, потому что я волосы мою каждый день. Ну и из некосметического, такого, что тоже подходит под это видео, покажу вам две парочки носков, две упаковочки носков от Остин. Очень милые. Давайте покажу цену. 699 рублей, 36-38. И 599, опять 36-38. Сейчас их достану из упаковочки, и мы с вами их посмотрим. Вот такие вот носочки. Люблю носочки, люблю в Остине. У них очень классное качество. Честно говоря, еще ни одни носочки из Остина у меня не порвались. Так, вот такой вот наборчик. В полосочку идет. Очень приятный. И здесь вот такие вот сердечки. Мне нравится. Да, и вот такой вот фиолетовый, мятный и розовый. Такие вот милые носочки. Обновление моего носочного гардероба. Всем спасибо, всем пока!